Всем вновь привет, с вами я, Легомастер. И сейчас я бы хотел рассказать предысторию той самоделки, которая была сегодня выложена. Все началось в операционной. Вот так выглядит самоделка в общем. Теперь давайте рассмотрим ее в деталях. В этой самоделке присутствует три врача, одного из которых уже доедает сам зараженный пациент. Второй врач стал зомби и нападает на хирурга, который пытается защититься шприцом. Услышав крики, сюда тут же прибежал охранник. Посередине самоделки имеется вот такой вот операционный стол. Рядом с ним небольшая тумбочка с инструментами. И также имеется капельница. А освещает операционную два вот таких вот прожектора. Сзади стола имеются вот такие вот полочки, компьютер и разнообразные колбы. Также имеются шкафчики, часы и какая-то разная аппаратура. Ну, вот такая вот у нас получилась самоделка. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока-пока. До следующей самоделки.